колючий такой. Кто такой у меня колючий? Кто у меня такой сладкий? Кто такой сладкий? Кто такой хороший у меня? Кто такой хороший? Вот такой сладкий у меня. Пока вот такие уши. Ты чему колючий такой? Кто такой хороший? И ты гавкаешь. Ты мой зайкин. Зайкин мой. Да, и ты гавкаешь. Надежда. Ты мой майскин такой. Кто такой майскин такой? Кто такой майскин такой? Кто такой майскин мой? Майскин такой. Что там? О, давай скажи, welcome. Все, поедем домой? Да, домой поедем. Боня. Поехали. Боня. Боня. Вот. Боня. Не ворчи, иди сюда. Иди сюда. Боня вот из Приюта лохматая вот. Душа. Забрали мою пиццу 1 декабря. Да. А Надя нагрузила целую машину вот. Всякого вот. Полезного вот. Добра. Да? Да, далеко скажи. Было ехать, но оно стоило того. Да, скажи. Да. Скажи, помаши лапку. Помаши лапку. Да. Чего красота, да. Не ворчи, не ворчи. Я вот сейчас. Ну, ворчи. Нельзя. Мы разговариваем. Говорун еще, да? Разговариваем. А вот это его друзья. Болит, болит. Да, вот сейчас мы его капаем. Болит мальчик. Мальчик? Да, мальчик. Капаем мы его. Маленький болит. Маруся. Тоже подкидыш, да? Это подкидыш, да, в том году коробка 8 щенков. Ну, что ты это? На меня гавкаешь и сама прячешься, бежишь. Что, что? Стра... Жена, грозная да. собака, иди сюда. Ну, ладно. Да, это скажи. Один Боня только у нас. Да, Боня у нас лохматый. Бодрячок. Это вот мы когда... Я доехала наконец до Надежды. Очень далеко, очень паршивая погода. Но посмотрите, как она меня загрузила. Тут есть все. И корма, и лекарства. Наденька помогает уже очень много лет. Вот. Ну, в общем-то, все. Всем спасибо, привет. Помогайте животным. Спасибо, да. Вики, Виктория, что спасибо, она выбралась. Не смогла в этот раз приехать. Я. Все промокли насквозь. Да. Такая так погода, быстренько. Но она, несмотря на такую погоду, она вырвалась. Да, ну что делать? Загрузилась. А главное, что впереди еще неделя дождей. Да. Поэтому да. выбрать особо день не приходится. Так вот что, помогать надо. Они даже смогли яблоки собрать. Да. И мальчишки будут кушать. Все помогать хорошо. Помогать надо, и спасибо. Спасибо вам, раз. И вам да. спасибо большое. Все, помогайте, ребят, помогайте. Животных очень много, всех выбрасывают. Давайте. Каждый понемножку. Все будет хорошо. Все. Сегодня очень дождливая погода. Сильный, прямо ужасно сильный. Дождь был по дороге. Но ничего. Все нормально. Ездила за посылкой к Надежде. Все хорошо. Оно стоило того. Мне нагрузили полную машину. Всяких полезных вещей, лекарства, сапоги для ребят, для работы, одежда, яблок целую кучу собрали с соседнего участка. Надо пропустить машину сейчас. Вы посмотрите, какая неописуемая красота. Осень. Осень золотая. Thank you.